Друзья, всем привет, доброго утра. Вот мы и добрались до Астрахани и начинаем свой день именно с центра города, с посещения Астраханского Кремля. Вчера доехали уже поздно в город, не выходили, поселились, сняли квартиру. И сейчас вот добрались уже до Кремля. И поднимемся на территорию Кремля, посмотрим, может, куда-то на экскурсию заглянем. А дальше нас ждет знакомство с городом. Набережная, ну и много-много интересного. Никаких указателей, кроме вот такой таблички. Нету карты. Очень неудобно. Подходим. Не знаем, куда зайти, где. Здесь слышал, есть какая-то еще царских времен пыточная комната, еще что-то. Хотелось бы посмотреть, но пока не можем понять, где здесь что находится. Но очень красиво. Собор, колокольня. Вот тоже храм. Еще многие вот аллеи закрыты. То ли реконструкция, то ли на зиму что-то убирают или готовят, непонятно. Много где нельзя пройти. Служба, что ли, началась? Слышно, наверное, в камеру. Thank you.
погуляли по Кремлю. Ну, единственное, музеи все закрыты почему-то. Поспрашивали, говорит, да, сейчас не работает. Ну, погуляли по территории, зашли в храм. И сейчас идем на набережную реки Волги. Да. Вот улицами старого города идем к набережной. Такие стройки, еще деревянные даже есть. Такие балкончики, смотри. Деревянные, свисающие. Балкон уже старенький, уже прогнулся. Дом жилой. А вот вообще старая постройка, деревянный дом. Бревен. Но здесь, наверное, уже не живут в этом доме. Это все окна закрыты. Конечно, не живут, смотри, какие дыры. Не, ну это этот, заваленка. Вот мы вышли на набережную. Петровская набережная, кажется, она называется. В общем, набережная реки Волги. Песик с поводком бежит сам по себе. Волга. Издалека долго течет река. Хлевов спелых среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет. Сказала мать, бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда домой придешь в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Издалека долго течет река. Дошли до площади. Здесь
памятник Петру Первому. Здесь, судя по всему, получается, это пешеходная улица. Впереди арка, вот она, кстати, памятник Петру Первого, Триумфальная арка, парк Дружбы, Лебединое озеро, Планетарий. Вот такая вот арка впереди нас ждет. Понятно, что это реставрированная. Идем гуляем. Говорит, что он по себе. Триумфальная арка впереди. Тоже вот, смотри, высотки, да? И старенький домик стоит. Зелененький. Плохо, наверное, видно. Такая триумфальная. Пойдем вон туда. А? Да, такое озеро посредине города. Скульптура называется «Семья». Здесь, как выяснилось, по лету, но сейчас холодно, а летом, весной, здесь очень много лебедей. И озеро называется «Лебединое озеро». И сейчас лебедей нет. Можно прийти летом, сесть на лавочку и любоваться красотой прямо в центре города.
Так, гуляя по Астрахани, не спеша мы добрались до знаменитого рыбного рынка Селенские и Сады. Идем смотреть и выбирать рыбку по вкусу. Ты какую рыбку хочешь? На три правила. Какие? Видишь, как солить, как все замораживать. Посмотри. Сейчас идем. А это котики. Пришли на запах рыбы. Здесь живут, комфортно. Рыбкой пахнет, да? На рыбке сидишь, да? И вы ждете. Пойдем. Ой, какой запах. Вот рыба, бомба. Сейчас посмотрим. Нашу мультику можно пробовать. Давайте предложим попробовать. Да вот. Заря. Сон горячий, копчение. У нас есть все. У нас есть толстолобики, холодного копчения. 550 по 500 отдам. Жереха, щука, сазанчики, судачки. Толстолобик вяленый. Сон горячего копчения. Шикарный. Что хотите попробовать? Горячего, вяленый, холодного. Какой ассортимент. А? Не, я сейчас посмотрю, а потом. Кто приезжает в Астрахань, просто обязан посетить этот рынок. Да. Смотри, какие рыбины красивые. Первый. А вот и воблы начинают. Чугунка вобла. Осенние, весенние, сыкой. Сейчас посмотрим. Что-то и пробовать не хочешь. Ребята, а воблы, кстати, наелись. Смотрите, какая чахонь, икра воблы, воблы. Судак, щука, жерех, речь. Какую надо рыбку, ребята? Так, попробуйте, какая вкусная. Сейчас посмотрим. Ребята, вы? Нет, спасибо. Какая вода весна, ребята. Да. Смотри, фотографируется. Это Белоград, Белоградска. Это Синец. Ага. А вот этот рыбец, Лудинки, вот этот рыбчик, вот этот рыбчик, вот этот рыбец. Сейчас я его найду. Длинненький. Вот он рыбец. Вот это вобла наша астраханская икрянная. Обалденная. Вот чехонь. Крупная есть. Родителям, как селедочка. Сейчас она осенью самая хорошая. Потом есть поменьше. Вот даже ее вкусненько. От размерчика. Смотри, вобла вот такая есть, хорошая, ходовая.
Вот сейчас идет икряненько хорошая. Попробуйте на сольчик. Не-не-не. Вот это возьмите. Хотите, я вам завакуумирую при вас сделаю. Угу. И повезете куда хотите. Это икра вобла. А что почем? Воблюшечка сухая есть, маленькая. Такая хорошая, представитель немножко. Вот хорошая, 120 можно. Угу. Вот такая есть 150. Это за штуку, да? Да, вот хорошая тоже. Угу. Видите, икра? Ага. Вот сейчас посмотрим. Ага, еще. Вот это. Ну, пойдем. Смотрите, вот какие по 50 рублей. 50 рублей. Посмотрите, есть и подешевле, по 40 рублей рыбка. Есть лучше, боль, вобла, все лучше. Привет, вобушка, кукун. Ну, было не видно. Так, ну давай будем уже определяться. Волык сама? Не помню. Это вяленый сом? А? Вяленый сом? А вяленый сом это? Нет, это копчен. Вот копчен. Масло не намазано, не залит, все натуральное. Не нравится? Вкусный, хороший. Ну что? Нормально. Берешь, нет? Да. Так, вышли из рядов рыбных. Не обошлось и без покупок. Балык, икра могут вам завакумировать. Здесь вот сразу. Живая рыба, свежая. Что здесь? Рыбный магазин. Да. 8500 маленькая баночка. Так, ну сейчас вот здесь вот еще какой-то, вроде я понял, рыбный гастроном. Сейчас смотреть так смотри. Сейчас еще да, зайди. Да, да, нет. Что? Да. Друг перед другом. Хочешь, не хочешь, оттуда не выйдешь. Ну да. Не, но рыбка вкусная. Да. Балык вообще вкусный. На бутербродике можно. Вот он. Крутой Михайловский гастроном. Посмотрим, что здесь нам предложат. Надо бывает рюкзак брать, так сказать, покупочки. Ну, в пакете идти неудобно, а в рюкзак свежим и все. А, здесь большой прям супермаркет. Да, вот хлебушки. Такой запах стоит, да, из магазина. Я думал, здесь рыбные. Такие булочки мягенькие, смотри. То есть булочка? Да нет, конечно. Ой, ну они прям уж теплые. Булочка с яблоком. Да. Бери булочку. Я сама как булочка стала. Тортики. Тортички.
общем, все как в обычном супермаркете. Все, находились, в итоге зашли на рынок, сделали кучу покупочек и вот идем в сторону дома. В общем, немного передохнем, пойдем дальше куда-нибудь смотреть город, гулять. Вечер, а у нас продолжается знакомство с городом и уже с вечерней Астрахани. Мы опять возле стен Кремля и идем в сторону ботанического сада и потом по улицам старого города еще погуляем. Магазин черной икры. Что, зайдем посмотрим. Да. Да, давай зайдем. А я не знаю, вот здесь, наверное. На улице нельзя посидеть, попить. Ну, давай. Вот. Здравствуйте. Давай. Виды прям как в Питере. Каналы, улицы, старые постройки, красивые. Очень красивый город на Волге. Так, ну что, на сегодня наша прогулка завершается, целый день на ногах, идем в сторону дома, еще немножко прогуляемся, ну уже в принципе все, подходим к дому. Друзья, всем привет, доброго-доброго утра, вот и наступил очередной день нашего пребывания в городе Астрахань.
сейчас собираемся и идем дальше знакомиться с городом, смотреть интересные, красивые места. Ну, заодно пока сижу, вот хотел показать апартаментный комплекс, в котором мы остановились, который расположен в центре города, прямо на берегу Волги, буквально 20 метров. С окна, конечно, ее не видно, но в районе набережной. И по этой набережной мы хотим добраться, ну, прямо в самый центр, где вот Кремль. Ну, вот такие апартаменты небольшие, по 30-35 квадратов, двухуровневые. Ну, в принципе, все есть. Апартаментный комплекс называется «Завод». Кажется, ну, здесь рядом, вроде, как я понял, какой-то раньше завод был. Ну, чистенько, красиво. Холодильничек. Ну, все есть. Ну, душевая, все. И на втором уровне. Панорамные окна прям до потолка, высокие потолки. И на втором уровне у нас спальня. Ну что, все, идем, собираемся и идем в город. Так, вот мы выходим уже на набережную реки Волга. И сейчас пойдем в сторону. Так, быстрее, не задержим. Пойдем в сторону, ну, самого центра, где Кремль. Ветерочек на реке. А можно хотя бы спуститься, интересно, здесь хоть водичку потрогать, то ходим. О, здесь прям вот так можно спуститься. Первый день зимы уже. Всех. Зимой видео просто выходит немножко с задержкой, потому как пока сниму, пока обработается, видео длинное. Сегодня у нас 1 декабря. Все, идем по набережной. Здесь бы, конечно, где-то бы велик взять, да, в теплую погоду. Вообще красота. Бомба. Все. Продолжаем знакомство с Астраханью. Историческое здание старое. В Астрахани вообще куда не сверни, везде вот такие вот старые здания, красивые, архитектура. Так, увидели столовую наконец. Пойдем сейчас. Пытаемся перебежать и пойдем покушаем. По отзывам вроде неплохое место. Еще ресторан купеческий, но он, кажется, закрытый. Да. А вот столовая вкусно и недорого. Через арку.
Это все кафе, кафе, кофейни. Пойдем с тобой это пробуем. Продолжаем. Не нравится, все нормально. Сейчас покушаем вот столовый борщ. По отзывам пятерочка. Смотри. Ну, это исторический центр. Сейчас что-нибудь выберем. Здравствуйте. Все, покушали. Все очень вкусно. Идем дальше. Нам наверх. Каналы по городу. Плохо. Единственное то, что узнал, думал, может, есть какая-то прогулочная экскурсия по каналам на кораблике. Оказывается, нет, давно это все запретили. Кораблики не ходят, только по Волге. Очень жаль. Так здесь красиво, такие улицы, мосты. Ладно, идем дальше. Сегодня у нас маршрут получается вдоль набережных. Вначале понад Волгой шли, сейчас понад каналом. Идем, а идем у нас сегодня культурное мероприятие. Хотим посетить Астраханскую картинную галерею. Сейчас вот так вот пройдем понад набережной и как раз попадем в галерею. Здесь шикарные, красивые мосты. Вот. Вот мы шли по тому мосту. Сейчас мы здесь. Вот. Архитектура царских времен. В общем, Астрахань, город, куда не сверни, куда не посмотри, везде все красиво. Тебе нравится Астрахань? Мне тоже. Кто-то смотрю там на том же Ютубе, ролики снимает, говорит, разруха, некрасиво. Кому как, мне нравятся такие исторические места, города, районы. Своя атмосфера, архитектура. Своя эпоха. Разрушенные здания. Что это было, непонятно. Но вообще нам прям... А, это мы вчера здесь проходили. Это какая-то старая электростанция, построенная в 1900 году. Точно-точно вспомнил. Вот такое вот старое здание. 1900 год, это больше 100 лет уже. Такие
они. Так, все, мы пришли к картинной галерее Астраханской. И сейчас идем освещаться культурно. Это выставка Романова. Приехала из Москвы. Картины и быт династии Романова. Еще выставку отечественных художников и сейчас зарубежное искусство у нас. Осталась еще выставка. Ну, в целом мне очень понравилось. И одна, и вторая, надеюсь, и третья. Так, ну все, посетили мы картинные галереи. Очень понравилось. Ну, конечно, иностранных художников. Это довольно маленькая галерея, но тоже красиво, интересно. И сейчас у нас продолжается тур, так скажем, по музеям Астрахани. И идем в краеведческий музей. Это, наверное, этот Кремль или нет? Ну, Шинский монастырь. Так. Идем дальше. Вроде мы подошли уже к Астраханскому краеведческому музею. А, у нас красный точник. И сейчас пойдем на экскурсию. Так, что-то мы подошли и не можем найти, то городская дума, администрация, губернатор. Ну, вроде по карте показывалось, что в этом здании краеведческий музей. Сейчас не знаю, найдем мы, не найдем. Красивое здание, такое историческое. Но что-то музея нету. И здесь, похоже, кто-то приехал. Куча машин каких-то. Так, женщина нам подсказала, оказывается, с другой стороны мы прошли. Вот краеведческий, а с этой стороны здесь администрация, губернатор, дума. Идем.
в обратную сторону. Вот мы и нашли музей Астраханский краеведческий. В общем, сегодня у нас весь день. Это искусство, музеи, выставки, фотогалереи. Может, сегодня мероприятие, да? Краеведческий музей, я не знаю. Пойдем посмотрим. Получилось с музеем, идет какой-то семинар у чиновников, прям в музее. Музей сегодня закрыт. Ну и ладно, идем гуляем по городу. Вот мы и снова возле стен Кремля. Идем, гуляем. Вот так весь день и прошел. Пешие прогулки, знакомство с городом, искусством. В общем, день был насыщенный, но еще не завершился. А мы вчера вот как раз сюда и заходили, вот банка с икрой, икорная лавка, да, я думаю, это то же самое, плюс-минус, как и вот здесь, возле банки с икрой. Вот мы и у стен Кремля подошли. Опять мы в Кремле. А вот она и корочка. Зернистая. Да, пойдем. Быстро, быстро, не задерживаем. Астраханские сувениры. Нужны астраханские сувениры тебе? Пойдем за ним. Здравствуйте. Ручную работу, да? Из дерева. Уже почти что и вечер, да, уже? Все. День пролетел. Сейчас еще посмотрим площадь Ленина, которая за Кремлем находится. Что там? И уже, наверное, будем потихоньку двигаться в сторону дома.
мы еще в этом, в Кремле, но мы так и не нашли пыточную камеру, в пыточной камере не было. А, или интересно там. Ну, ладно, оставим на следующий раз. И все сразу. Все, мы на площади Ленина. Что здесь интересного, не знаю. Но по лету здесь в интернете видел, что фонтаны, все красиво. Сейчас понятно, что фонтаны уже не работают. Погуляемся, посидим, чуть отдохнем. А это кто? Здесь. Непонятно. Впереди памятник Ленину и вдалеке красивая башня видна на горизонте. Храма, наверное, какого-то. Даже не знаю, были мы там, не были. Наверное, не были. Красивая площадь. Летом здесь цветочки наверняка. Фонтаны. Все. Есть. Так, зашли поужинать. Вот такой шикарный ресторан с потрясающим видом на Астрахань, на Кремль. Какая красота. Закат вечерний. Кремль, как на ладони. Очень потрясающее место. Случайно его увидел в интернете, когда были в парке Ленина, решили сразу же зайти. Такие кабинки. Ну что, друзья, все, кушаем. Кушаем с прекрасным видом Кремля, как уже говорил ранее. И идем в сторону дома, а завтра у нас уже, как бы грустно не было, дорога в сторону дома, домой. Все, было отличное путешествие. Все, кто смотрел меня, всем огромное спасибо, ставьте лайк. Ну, кому не понравилось, дизлайк тоже приветствуется. Пишите комментарии, не забывайте подписываться на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Дзен, еще в Рутубе завел, все ссылочки в описании, также в закрепленном комментарии будут, и группы ВКонтакте, Телеграме, куда я буду скидывать видео, которые не войдут на основные каналы, плюс фотографии. Все, всем огромное спасибо, продолжение путешествие еще обязательно будет в ближайшее время. Все, кушаем, идем домой, отдыхаем и утром в обратный путь. Ну, еще дорога немножко, может, что-то интересное будет, займет. Ну, в общем, что-то еще будет из дороги. Наверняка интересная дорога домой. Все, всем еще раз пока-пока. Друзья, всем привет уже на следующее утро. Вот и завершилось наше пребывание в городе Астрахань. Да, и в принципе наше путешествие Астрахань-Инста. И сейчас грузим вещи. Заедем где-нибудь в кофейню. Пьем кофе, позавтракаем и в путь. Сегодня длинная дорога. Целый день через калмыцкие степи домой. Все. Грузимся, едем.